Среди участников турнира были как именитые гонщики, участники российской дрифт-серии международных чемпионатов, использовавшие эти старты как подготовку перед летним сезоном, так и начинающие спортсмены. Они получили возможность проявить себя в борьбе с опытными соперниками на специально подготовленной трассе. В заключительном четвертом этапе выступили 22 гонщика из 9 городов. Сочи представляли Дмитрий Харченко и Роман Тивадар. Они заняли третье и второе места в финальном этапе. Победителем соревнований стал Сергей Кабаргин из Санкт-Петербурга.